Красиво. Знаешь, как там внутри красиво? Пойдемте. Куда идем? Идем, идем. Куда идем? Куда ты пошел? Лёш! Ну пойдем, тебя здесь лет 10 не было. Поехали. Сначала духовный голод, потом физический. Я духовно не очень проголодался, а физически страшно просто. Да ладно, ну мы уже здесь, Слав, один шаг, смотри, какая красота. Лёш, ты знаешь, вот я всегда за тебя, но я после вчерашних ирисок, ну, ничего не ел. Давай муж как-нибудь, а? Хорошо. Быстро поесть, а потом... Поспать! Ясно. Но вот знаете, что я еду обедать с нищими духом людьми. Хорошо. Вот так усунки. Хорошо. Карлики, пигмеи, скоты. Все, садись. Вот так. Алеша хорошо устроился, да? И пожрет, и будет выглядеть высоко духовным человеком. Господи, 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 картопляники. Леш, что такое картопляники? Картопля. Так, такая тертая. Герлы, что ли? Нет, то дранники. А это такая котлета, а там внутри пюре и как все обжарено. А, типа зразы. Какие зразы? Как объяснить ему? Картоплянники. Девушка, нам, пожалуйста, вторую, третью, четвертую страницы, кроме, знаете, жареных мозгов. Да, и водочки с перцем. Не-не-не, горилки с перцем. Слушай, ну еще и не в совершенстве я знаю украинский язык. Спасибо.